Снова здравствуйте. Итак, у нас на очереди очередной бой в Ташкенте. Благоприятный для нас состав кораблей, много эсминцев. У нас, в принципе, Ташкент — это контр-эсминец. В общем-то. Вот, поэтому плюс мы в топе. Поэтому должно быть все хорошо. Не буду с этого фланга никуда уходить, буду тут оперировать. Здесь вот. Может, сюда даже зайду. Ну, потом посмотрим, как что. Посмотрим, как все будет развиваться. И, соответственно, будем действовать. Вкусный шоколад. Да, ну что? Надо этот вот чекал нафиг уворачиваться. Что начнет меня кошмарить. ДПО неплохая вроде Ташкента. Нужна ли вам реально разведка? Вот скажите мне. Скажи-ка, дядя. Махан, это что такое Махан? Семерка. Да, семерки только мало. Нагатыч. Мне нравится, что Дергросси жмется к центру куда-то. Так, я обнаружен. Давайте. Жара. Опа, торпеды. Двигатель и ускоряемся. Привет. Так. Неполадки устранены. Немножко он просчитался. Скоростной, кстати. Сам уже больше не можем стрелять. Ух ты! Он мне ловко заехал. Пожарная тревога. Давай тоже девятка. И тоже контр-сменец, по сути-то. Ну такой, на самом деле он больше торпедный, наверное, все-таки. Но он такой, универсал. Скорее больше даже. Ну я его, конечно, должен перестреливать. Он тут торпедки кинул, так неприятные. Махан. Спасибо, что живой, Махан. Хорошо стреляют. Был близко, чем у нас сейчас.
Трахни этого дентрахта. Ну, вылез он, конечно, не очень удачно. Даже если он убьет дентрахта, чего он не сделал. Ладно, поедем. Дентрахта попробуем добить. Или может лучше прикрыть. Ладно, прикроем. Прикроем линкор, точнее, низ. Давай, что так медленно, давай, поехали, поехали. Сюда лома по башне. А Махан-то все, да, уже поиграл. Так, Нагатыч. Следующая цель. Поджог, давайте. Торпеды за кормой. Вряд ли, конечно, он доедет, но ладно. Страшно. У них всегда не часто торпедуют. Перезарядка хорошая. Так это вот давай там шалит, да? Попал, молодец. Довольно дальнобойник, кстати, удалось. Клён. О, третий поджог, замечательно. Потихоньку выполняем эту кампанию. Кампания выстрелит. От торпеды, думаю, она вернется, потому что они сейчас уже... Может, одна зайдет. Нормально, одна зашла. Че он там, затоп-то не точит, не чинит, что ли? Вот он по мне стреляет, все. А, больно. Двигатель выведен из строя. Ух ты. Неполадки устранены. Крейсер потоплен. Ой, какой крейсер, линкор. А удалось что-то как-то, почему он не проявляется никак, интересно. Интересно, нам удалось на сколько торпеды? Вон он там что-то ушел куда-то вообще. Он на ЕУ пытается что-то прожать. Понятно.
то да. Ну, а я упоролась, это она зря сделала. Тут, наверное, Бенсон, да, кто-то. Скорее боже, у меня ускорение. Так, Массачусетс. Бенхам, не Бенсон. Это другое. Бенхам девятка, кстати, и... Я даже не знаю, что от него ждать. Сейчас по засвету получим, наверное, очков. Торпеды прямо по курсу. Торпеды слева по борту. Ага, вот он, Бенхам этот. Я выжил, потому что так, ну, у нас чувствуется плохо выстрел, могу убить. Ну, Массачусетс, давай, забирайся. Ой, как плохо. Ну что, Бенхам, теперь по-другому поговорим с тобой. Флетчер, говорят, хорошо сыграл. Давайте тоже плюсик поставим. Там где-то шхерится. Ну, тоже довольно неплохо сыграли. Не скажу, что хорошо прям. Но вполне себе сойдет. Ну, я уж не выиграю, просто пачка. У нас тикает много очков. И... О, нормально долетело. Прикольно ворачивается. Довольно умно. Умно. Так, сейчас, наверное, вот так вот надо зайти. Как хорошо с быстрыми пушечками, которые быстро поворачиваются. Как на Киеве приваренные, блин. Вроде. Так, наверное, нам надо выкинуть торпеды. Торпеды прямо по курсу. Довольно сказать быстрые торпеды, сколько они. Что-то зовут, но не очень быстро. Ну нормально. Князина довольно быстрый. Ага, он прям здесь где-то. Еще подкоролит меня, сука. Thank you.
прицепил, дизельно хорошо сработал. Наша команда получила преимущество. Торпеды по левому борту. Пустые в домах постреляем по самолетам. 5 минут до конца боя. Сейчас эту точку берем и конец игры. Удалой прям. Прям упорный чувак такой. Сейчас Савик уже видно будет. По нему стрелять. Думаю, удалой уже. Мы не бегоним, а вот Павику, может быть, разок кто получится выстрелить. Нет, не получится. Ладно. Ну, вполне. Тройки лидеров. Ну, Флетчер молодец, конечно. Давайте я тоже поблагодарим. Да, ну ладно. На этом все. Спасибо всем.